Щебеночно-мастичный асфальтобетон отличается прочностью и долговечностью. Такое качественное дорожное покрытие в этом году одели 41 километр камчатских автодорог. Задачи, поставленные в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», выполнены на 100%. И в следующем году дорожники темпы снижать не намерены. Так, в 2020-м в Петропавловске появится новая дорожная развязка в районе будущей краевой больницы. По сути своей, это будет, условно, так сказать, полукольцо с Петропавловска-Камчатским. То есть мы можем пустить уже круговое движение и автобусное сообщение, и уже, естественно, и локация межмуниципального транспорта может, с учетом будущего автовокзала в районе улицы Ломоносова, то есть это тоже, грубо говоря, уже создаст нам определенную какую-то новую транспортную схему и развитие по обслуживанию пассажиров. Также отремонтируют улицы Океанскую, Владивостокскую в районе развилки от коммунпроекта до 5-го километра. Дорожная техника заедет и на проспект Транца, улицу Максутова, Зеркальную, Ларина и Сапун-Гору. Нужно сразу одновременно подгадывать, когда температура по укладке новых слоев и срезки старых. Поэтому это конец мая, июнь, июль, август. Сентябрь. В этом году увеличилось и количество видеокамер на дорогах, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Стационарных сейчас 32. До 2024 года их установят вдвое больше. Также был применен новый метод работы с подрядчиками. Так, с 2019-го с несколькими организациями был заключен так называемый контракт жизненного цикла. В течение 3 лет теперь дорожники будут заниматься и содержанием участков дорог, которые они отремонтировали. Лиса Латыпова, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка».